Я приветствую вас, друзья! Вы смотрите «Простые сложности». В сегодняшнем простейшем уроке вы узнаете, что такое префабы и как ими пользоваться. Итак, префабы – это карты-шаблоны, которые можно вставлять в другие карты. Допустим, вы создали вручную вот такую простенькую лестницу, состоящую из набора Entity, Brush и 3D-модели. Но вам не хочется каждый раз вручную ее копировать, а затем вставлять в новые карты. Или же совсем создавать с нуля. Для этого и были придуманы префабы. Можно выделять группу объектов и сохранять ее как отдельную карту, нажав вот эту кнопку. Появится новое окно, где вам нужно будет просто задать имя вашего префаба, и отныне вы всегда сможете его быстро вставлять в ваши карты, вот таким способом. В наших новых уроках мы затронем более усовершенствованную версию префабов под названием Instance. А сейчас я вынужден с вами попрощаться. Надеюсь, я вам помог. До новых встреч!